Всем добрый день. У нас здесь пробы пера Waterwolf камеры совместно с воблерочком от Sprout Кровавый Самурай. Попробуем, что из этого получится. Вот, включаем камеру, плотно закрываем крышечку. И забрасываем. Эксперимент прошел успешно. Единственное, что от данного девайса всплеск, как от джерка. Да. Один в один. Удилище для этого занятия нужно тоже не ультралайтовое. Для начала что-то типа вот такого. Рублей за 20 вот с таким тестом. Посмотрим, как будет вести себя этот воблерочек. И, кстати, камера как покажет себя в не совсем прозрачной воде. Конечно, девайс этот троллинговый больше. Но для заброса крупных воблеров, кстати, тех же самых джерков, я думаю, подойдет. Для начала огружать его не стал, хотя в комплекте идут грузики. Для того, чтобы погружать его на более глубокую глубину. Пока на поверхности, потому что неизвестно, опять же, что будет показывать камера в довольно-таки мутной воде. Монтаж к этой камере на самом деле не особо хитрый, но я перестраховался, поставил поводки и перед камерой, и после нее аж две штуки. Судя по видео в интернете, щука частенько атакует как воблерок, так и саму камеру. А когда у тебя на леске висит 1013-15, лишний поводок оказывается совсем не лишним. Кстати, для этой камеры, для эксплуатации этой камеры, не советую стричь ногти. Очень пригодятся. Ну вот. С герметизацией у данного девайса все в порядке. Прекрасно себя чувствует в воде. Посмотрим, какие получились видео. Всем не хвоста, ни чешуи. До встречи.